Привет всем любителям Цивы, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности за Нзингумбанди из Конго. Отличное имя, думаю, даже, наверное, в паспорте поменяю Алексей Халецкий на Нзингумбанди. У нас челлендж «Надо победить культурой», но все подробности в первой серии. Если вы хотите узнать, что мы тут делаем, переходите к ней. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Там начните смотреть с первой серии. А спонсоры канала все серии видят сразу в этом самом плейлисте. Большое спасибо им за поддержку. Выключаю личико свое и продолжаем. Так, хотел тут рудник, а потом постепенно... Или нет, или мне сразу... Ну, вообще-то тут я и этим хотел идти... К драгоценностям рабочим. Ладно, давайте все-таки рудник сделаем, потому что тут у нас 6 жителей, надо обрабатывать как-то более крутые клетки. Так, тут, наверное, пойду к янтарю. Ну, тут мы практически все открыли. В Тетисе он считается океаном, кстати. Ну, такой такси-океан. Прямо скажем, такой себе. Так. Вообще, у нас реально мало веры, вот по моему мнению. Не в нас с вами, конечно. Мы верим в то, что все будет к лучшему. А вот у Конго. Потому что мне нужны и апостолы будут, и рок-группы в будущем. В общем, все не очень на самом деле. Иерусалим дал задание обратить его в веру, но он далековато. Кахоке, озарение для технологии стреми, это феодализм. Кстати, можно. Сейчас проверю, что стреми это феодализм. На всякий случай, у меня иногда бывают затмения. Вообще у нас уже довольно много... Ну как много? Три. Ладно. И... Махенджо-Даро создать кампус. Тоже не скоро мы это сделаем. К сожалению... Ну как раз... Слушайте, я... А, наверное, не дадут сейчас заряд. Потому что только сейчас сядет. Следующим ходом Лян сядет. И только, блин, надо было отложить, наверное, производство рабочего. Чтобы заряд получить дополнительный. Ну, это не обращайте внимания. Это прошлым ходом мы вышли в средневековье. Так, дополнительное довольство. Давайте за янтарь проголосуем. Хотя я уверен, что это не пройдет. И плюс 10 мощи му. Тоже не пройдет, но я там не вкладывался, потому что, скорее всего, что-то другое будет. Католицизм не влияет. Гипс, отлично, гипса у нас нету вообще. Католицизм раз, католицизм два, три. Вообще мог 3 голоса вложить, да? Ладно. Не, 4 заряда, слушайте, сработал Лян сразу сработал. Я думал, не так будет, честно говоря. Так. Тут у нас будут районы. Давайте, наверное, этого на железо. Нам бы акведук, конечно, еще реально построить. Друзья, нужна ли мне тут галера эта? Или оставить для ускорения двумя галерами, что там у нас ускоряется? Ну, тут сейчас будет жилье, не буду переключать. Тут оно конкретно появилось. Ну, благодаря тому, что губернаторы... сели.
Я бы на самом деле вернулся и вот этот новый город обратил сразу в религию, чтобы распространение было. Так. Можем театралочку. Можем священное место. Блин. Священное место тут, ну, вообще счастье. Счастье у нас довольство и жилье рядом с рекой. С другой стороны, нам нужна вера. Я опять забыл, слушайте. Я же хотел рабочего здесь на театралку, господи. Ну это обалдеть, конечно, уже. Ну, на самом деле, у нас... Я планирую здесь... дамбу. Здесь, значит, промышленную зону. Здесь, получается, священку. Я вот только думаю, в этом городе... Давайте, наверное, еще одного рабочего. Я просто не пойму, в этом городе мне первым театралку строить или священку? Мне кажется, все-таки театралку надо. Так, вот тут... Блин, надо священ... Или сам... Не, ну тут сейчас жилье появится. Вот тут реально нужно священное место вот сюда куда-то. Потому что кампус здесь остается. Да, вот тут надо поставить кампус, чтобы не удалить вот эти джунгли. А сюда Слушайте, а может священка вообще вот сюда? Ну, нам же на реке надо ставить. Вот что мне... Мне просто кажется, что здесь все-таки стоит рядом с горами, потому что мне религия важнее. Вера, количество веры. Я имею в виду. Мы прямой наводкой в сан... Не, давайте сюда все-таки. Священочку. Где-то здесь, возможно, будет... Вообще вот можно вот сюда, центр коммерции. И тогда где-то здесь неплохо зайдет. Нет, тут театралка на один будет, да. А вот промышленная зона здесь. Нет, два всего лишь. Блин, да какой-то район хочется впихнуть. Ладно, подумаем. А знаете что? Вот сюда хочется канцелярию почему-то. Кабасе. Ну, дипломатический квартал, я имею в виду. Ладно, тоже подумаем. Так, а что ж тут нам делать? Ну, тут надо священку будет строить сразу. Тогда еще строителя. Блин, тяжеловато. Вот тяжеловато выйти просто на... Все-таки играть через науку проще реально. Потому что ты просто ставишь кампус и все. А вот к строительству театралок надо подготовиться. Так, а что там за внеочередной? Какой-то кто-то ГГшку захватил, что ли? О, Японию встретили. Это она у нас на религию. Военный кризис против ГГшки какой-то. Оборонительных зданий к обороноспособности города. Ну, очень мне вот тут не хочется ничего заселять. Совсем там какая-то грусть. Вот куда-то сюда надо вести город. Так, а сколько стоит купить
поселенца 615, дороговато. Но тут надо все-таки... Так, госслужба открывается. Что-нибудь поменяем? Первый посол. Да, первый посол надо заменить. Я сюзерен... А, ну да, точно, я же его... Антонариву. Надо... Точно надо заменить первый посол. И, наверное, поселенцев я уберу. Соседство священного места поставим. Так, тут я хотел Пингалу на гранты, и на ценителя, и на гранты прокачать. Гранты мы получим с госслужбы. Нет, не с госслужбы, а... Да, с госслужбы. С госслужбы. То есть пока мы строим амфитеатр. А храм купим. Блин, или мне лучше купить храм в Мвилле, где это дольше будет строиться. С другой стороны, нет. Строим храм здесь, потому что еще два хода до возможности строить театралку, а здесь его покупаем. Так, вот лошади и железо, наверное, можно уже подумать продать. 17 золотов, вот норм. Железо. Железо что-то дешево. Ну и ресурсы не покупаю, потому что у меня довольство пока... Выше крыши. Мне надо было сюда идти рудник делать. Опа, не хватает денег. Клетку выкупить. Надо было поставить на выкуп клеток. Карточку, чтобы дешевле было. Ну, придется ждать. Еще можем сюда, кстати, город поставить. В принципе, ничего такой. Три. Ну, сюда бы я бы поставил. Там до жемчуга, может, доберемся. Пикчу кто-то построил. Я хотел его строить. Строим храмы, потому что два храма ускоряет монархию открытия. А там у нас как раз Мон-Сен-Мишель. А, да, вот откуда я хотел даже губернатора. Ну, я, наверное, заберу этого торговца. Ну, это тоже крутой. Но я думаю, что, кстати, мы накопим на него вполне. В принципе, кстати, я могу Пингалу пока на... На исследователя прокачать. Кроме того, мне кажется, Пингалу с Магнусом надо поменять местами уже. Или я еще буду в Кабасе строить поселенцев. Вот в чем вопрос. Непонятно. Наверное, хочу сначала вот тут обработать, чтобы можно было предприятие поставить. Янтарь, по-моему, как раз на культуру, между прочим. 20% к культуре. Надо кому-то железо продавать. Так, и янтарь можно продать. 13,7.
Опять же повторю, нам пока нету смысла покупать. У нас плюс 6 просто. Плюс 5, плюс 6 это дофига. Блин, Грузия так вообще широко расселилась. Ни в чем себе не отказывает. Прикол Мон-Сен-Мишеля в том, что мы не просто получаем способность мученик, да, для наших реликвий у апостолов, но апостолы могут и еще одну способность брать, как обычные апостолы. Вообще круто. А, веры. Так, ну у нас тут, в общем-то, выбор либо здесь, либо в этом городе. Так что, наверное, в этом. Это тут и нету еще до сих пор. Священочки. Блин, Сережа хочет священочку ставить раньше театралки, раз у нас 25. Ну, мы и то поставим. О, рапануи появились. Муаи можно строить. Ну, такое пока. Так, а вот драгоценные камни, по-моему, процент к золоту дают. Поэтому я бы, наверное... В Мбвилле строил, даже хотя бы по той простой причине, что в Мбвилле это вообще просто единственное. Ну, правда, и здесь тоже это единственное, что можно сделать. Нет. Fucking shit. Какого хрена ты себя ведешь? Ну, мне сейчас придется, видимо, тут город ставить вот прям, потому что он, скорее всего, тут не поставит. Я имею в виду Швеция, сюда пойдет. Черт. Несподеванка. Блин, а может мне железо... Ну, оно будет стоить одинаково, просто в этом городе, мне кажется, важнее производство. Я не думаю, что сейчас Швеция город поставит. Компы не соображаю, что там ведут этот, но мне придется, видите, немножко раньше город ставить, чем я хотел того. Так, тут откладываю производство, сейчас вырублю, начну все-таки театралку делать. Тут нету реки, вот тут он стоит, да? Сейчас сюда пойдет, к морю. И следующим ходом... Швеция будет ставить город, поэтому надо ставить прямо сейчас. Храм Минакши построили, храм Артемиды. Минакши я бы хотел когда-нибудь построить, но у меня не было леса, я его даже вырубил специально. Это не особо важно, на самом деле, там особо укреплять что-то. Ну, придется. Слава богу, у нас Махенджо-Даро есть. Соответственно, у нас тут, получается, жилье имеется. Тут не особо важно. А, тем более, что... Гавань я даже не собирался бы строить. Кстати, очень важно, что мы тут раньше Швеции поставили. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь... комментарии. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! А в столице мы производство ни на чем не сможем сделать. У нас, я вообще не вижу, чтобы где-то еще вино было. Не, вот тут есть. Кстати, надо все-таки будет сюда город какой-то поставить, получается, ради производства вина. Так, обработано. Я вот, блин, конечно, чеченица уже осталось раз, два, три, четыре, пять тропических лесов, конечно, такое себе.
Ну, навигацию по звездам надо открыть, чтобы можно было плавать. Блин, мне нужны еще фермы. Я что-то не вижу, где их делать. Здесь. Надо здесь просто тогда строить рабочих. Там. Закончим здесь ромашку. Тут у нас районы будут. Ладно, пока на дорогу выйду. Занзибар. Гвоздику и корицу дает. Ну, конечно, приятно сдавать, но не для меня сейчас. Это точно. Могу, кстати, этого писателя купить. Мне бы вообще потом, после монархии, в гуманизм идти. То есть мне художник нужен. И 6 ферм мне все-таки нужны. Так, а где мне 6 ферм сделать? Вообще, я очень не хочу там, где я буду священное место строить. Ну вот здесь по-хорошему 3 фермы вообще нормально, да? Ладно, придется, наверное, рабочего после... Или этим дойдем. Блин. Столько вариантов. И то хочется, и это так. Здесь у нас 2 хода будет. Раз, два. Амбар. Ну, вообще, можно древние стены для ускорения. Хотя и карточка не стоит. Создание строителей. Может, создание строителей заменить как раз? Давайте, наверное, поставлю 100% к созданию оборонительных зданий. Создание строителей тоже можно было бы заменить, но сюда можно только экономические курсы. Стоимость покупки клеток от торговых путей. Давайте, наверное, пока от торговых путей поставлю денежку. И здесь древние стены, 2 хода как раз. Ну и хера сюда шумер сунул своего скаута. Set your course by the stars. Нет, тут долго рабочий как-то бежит. Фестиваль на театралке. Строителя надо быстрее. У нас как раз 2 хода до Мон-Сен-Мишеля. И мы начнем через 2 хода его строить. Вот этим вырубать тут тропические леса, а этим будем делать фермы, чтобы 6 ферм было. И этим, кстати, рабочим пойдем туда. Блин, да что ж тут постоянно какие-то непролазные горы сгенерировались? Причем они мне... Знаете, если бы мы играли, как всегда, через науку, я бы радовался. А так оно мне как бы нафиг не нужно. Кстати, а у нас Темпло-Майор здесь нигде не... Нет, нет. У нас тут только одно озеро, и то я его заселю фиг знает когда. Вот реально, тут шумерский скаут просто мешается. Не, ну мне право прохода как бы не особо. 3 золота, вход за 8 лошадей. Ну давай. Давай. Фиг знает, когда мне лошади понадобятся. People believe that if it ain't broke, don't fix it. Я стены построил.
Ускорил инженерку. Так, а... Да, 25% к золоту. Поэтому я в вилле решил строить, а не в Банзимсунду. Промышленную зону. Сюда отправляюсь вырубать тропический лес на пророков. И, соответственно, когда мы это сделаем, я начну делать пророков. И отправлять, наверное, к американцу, чтобы с его пророками. Ну, чтоб, нам надо, чтобы наши пророки умирали. Понимаете? Чтобы реликвии получать. Так. Сначала уберем бананы. Следующим ходом тут мы пропускаем производство, потому что нам надо сюда священное место ставить. Может вниз пойти? Да, здесь вообще прохода, смотрите, никакого нету. Охренеть, конечно, карта сгенерирована. Никуда не пролезть, ничего не сделать. Так, а где мы будем здесь город ставить? Может, прям к озеру? Вот сюда, и просто тут уже не париться. Вот прям вот сюда, на озеро. Так, монархию я, пожалуй, не хочу пока брать. А вот на чудеса мы карточку поставим. Но мне важнее процент к великим людям. Кстати, может, сюда что-нибудь? Дайте, наверное, верну великих писателей. Так, что у нас здесь? Вот этот торговец. Три хода. По идее, мы его забираем. Дополнительный торговый путь. Так. Сюда. Сюда. Здесь. Мон-Сен-Мишель. Вот сюда поставить, потому что рядом с рекой можно еще что-то более крутое сделать. Мон-Сен-Мишель, 13 ходов. Но мы сейчас будем вырубать тропические леса под Магнусом. Это должно быть очень мощно. Так. Ну давайте феодализм пока начнем. Тоже сюда лес вырубать. И здесь вырубаем. Начинаем священочку. Да, не на реке, к сожалению, пантеон не будет работать. Зато веры больше будет давать. О, этого я, по-моему, чувака не встретил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще четверых надо встретить. Это типа Хаммурапи нас по технологиям опережает. Вообще неудивительно. Нам скорее культура важна. А по культуре вон Япония и Канада очень круто идут. О, а вот и Перикл. И он должен сейчас быть лидером по культуре. Да, 97, видите? Что-то цвета вообще не греческие почему-то. Давайте, может, тут вырубим. Не, ладно. Сюда мы можем вот этого отправить рабочего. Ну и фиг ли тут... А, блин. Открытые границы, вот чего, чем не люблю открытые границы, вот это начинается фигня, которая перекрывает все. Театралочка. Ну что, может, уже фестиваль на театральной площади проведем? Нам же есть, если что, куда разместить
шедевры, а Пингала у нас на... А, не, на гранты не прокачат. А как так получилось? А что я прокачал? Блин. Что-то какая-то фигня получилась, подождите. А куда у меня одна прокачка губернаторов делась? Ее и не было, я, наверное, перепутал, что в госслужбе нам дадут ее, а нам ее никто и не собирался давать. Нам бы гильдии тогда, но феодализм без ускорения не хочется открывать. Ладно. Тогда фестивально-театральные площади... Мне кажется, рановато. Давайте амфитеатр. То есть тут уже священное место в тему. Тут даже с губернатором уже не хватает жилья. И тут священное место, ну, которое будет давать счастье и жилье, очень в тему будет. Но все равно у меня вот какое-то ощущение, что мы как-то медленно у нас все. Вообще вот это ощущение, что как-то нормально. Не сорян, вроде... Ну, проблемы... У нас веры мало. Вот просто мало веры, я вот чувствую. Тут надо 3 фермы сделать, напомню. Да блин. Мудила здесь. Просто реально мешается. Кстати, курганы Кахоки. Ну пока... Пока негде ставить. Курганы Кахоки надо поставить. Так, а железо кто-нибудь хочет купить по-нормальному, по нормальной цене? О, 14 вход. Приятно иметь с вами дело. Тут я союзы могу уже заключать. Давайте, наверное, союз с... американцам, причем, наверное, научный. У нас реально проблемы с наукой. Так, а с греком открытые границы чисто. Так, дипломатическую службу. Феодализм следующим ходом надо будет отменить. Тут мы все равно врага при помощи копейщика не уничтожим, поэтому я и открывал. Вообще, я бы, наверное, пошел в контрфорс. Что-то очень мне не хочется 2 галеры строить. То есть вторую галеру. В принципе. Я, конечно, купить могу, но есть куда деньги тратить. Я бы сейчас деньги потратил на покупку следующего поселенца. 615 монет. Приветствуем вашу делегацию. И пошел бы уже, наверное, вот сюда где-то город поставил. Тут 2 нефрита, вино. То есть здесь мы сможем на нефрите сделать производство, а в столице на вине. Тоже не помню. Вот как раз, по-моему, вино дает культуру. Не знаю, каким образом, правда, это работает. Почему вино дает культуру? Так, феодализм пока откладываем. Так, тут, по-моему, надо переключить. Нет, она и так к Абасе относится, окей. Давайте, наверное, здесь вырубим лес. И забираем торговца. Отличный торговец. Да, следующий нам не так интересен.
Напоминаю, что у Конга в два раза больше очков великих торговцев, писателей и художников. Поэтому не так быстро тут набивается у нас. Еще один торговый путь дополнительный, а сами по себе торговые пути что там дают? Плюс два международные к обоим городам. Так, подождите, я тут только науку получаю, да? Неужели недоступен... Ну вот, доступен в Нью-Йорк. Явно самый выгодный мне. Из Мбанзы Конго и из Мбвиллы. Ну, нам из Квангу надо один отправить. Сначала, правда, купим поселенца. Блин, вот Махенджо-Даро на этой карте нам очень в тему. Так, из Квангу я отправлю. Слушайте, а что я тут амбар строю, а не монумент? Кто-нибудь мне может сказать? Ладно. Это я странно, кстати, это какая-то ошибка была. Блин, 126 культуры у грека. Я за ним хрен угонюсь. Может, я зря грека поставил. Ну, с другой стороны, это сложность. Собственно. Что, мне не ставить культурные цивилизации и пытаться культуры побеждать? Нет, конечно. Ну, грек просто свои акрополи тупые строит, и все. Безостановочно. Так, лошадей, кстати. Ну, пока не буду, наверное, продавать. Больше торговых путей. Так, этот город я, пожалуй, вот сюда поведу. Видите, оазис считается тоже пресной водой. Так, вот тут нам надо клеточки купить. Как раз хватает. И феодализм открыли. Так, тут... Блин, хочу поставить на два действия больше строителям. С другой стороны, мы же их не строим. А, и там кто-то хотел, чтобы я стремя ускорил. Кахоке как раз хотела. Зашибись. О, у нас есть посол. Давайте Антонарио. Сейчас должно быть плюс к культуре нормально. Ну, плюс 6, ну, 2%. Мы сейчас должны больше великих людей получать. Так, вырубаем. 5 ходов Монсен-Мишель. Так, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть городов, седьмой веду. Маловато, конечно, для культурной победы. Наверное, соберем тропический лес. Янтарь потом. Ну, я ж не меняю, видите, счастье на счастье. Я просто продаю. Мог бы продавать янтарь. А смысл мне? Так, ну сюда еще сбегаем. Вот кто храм Артемиды построил. Слушайте, грек вообще интересно, да? Он и в культуру успевает, и в военный лагерь, в храм Артемиды и в этот... Терракотовую армию. Ну, пожалуй, пока ничего не меняю. Монсен-Мишель 5 ходов. Ну, тоже не самое популярное среди компьютерных чудо. Я спешу не потому, что я боюсь, что его угонят, а чтобы быстрее начать... В смысле? Я хочу... Там не понял, а где это...
А где это я так поставил город? Что, Канадис вот где-то здесь, что ли, вы хотите сказать? Что за претензии от Канады? Крутое. Первое только крутое священное место построил. Так, военных лагерей. Мародерство от набегов на побережье. Все улучшения. Нет, ничего из этого нам не надо. Тут. Вот что из этих городов-государств я бы еще хотел засюзеренить? Ну, в Лавенту не засюзеренить, а чисто, чтобы просто веры больше давало, например, да? Вот Иерусалим я бы хотел засюзеренить, конечно. Поэтому, пожалуй, в него отправим пока посла. Где-нибудь промышленная зона вменяемая в этом городе может быть? Плюс 2. И тут плюс 2. Ну, дипломатический квартал я хочу здесь поставить. Эти плюс 1 к мировому влиянию за каждую делегацию или посольство от другой цивилизации. Плюс 1, 1 посол даст. Да, это прикольно. Тут акведуки могут быть. Промышленная зона на плюс 2 здесь. Ну, кстати, это интересно. Здесь или здесь? То есть тут можно от Мбанзинсунди поставить, да? А кампус вот тут на плюс 3. Да, давайте, наверное, так и сделаем, что у нас вот здесь будет промышленная зона для этого города. Здесь будет промышленная зона вот для того города. Здесь получается акведук. Здесь кампус. И, возможно, в Банзанзунте вот здесь акведук. Вполне. Но, опять же, сначала нам нужны коммерческие театральные районы. Кстати, в Банзанзунте я построил священное место, да? Теперь центр коммерции. Да, кстати, это интересно у нас тут вот получается. Тогда, наверное, вот здесь можно курган Кахоки и бахнуть. В принципе. Амфитеатр готов. Блин, как же я тут с грантами-то пролетел? Я думал сейчас вот читать уже в театралке. Ну, можно, конечно, читать и без грантов. Но, согласитесь, это немножко... Ну, два хода. Слушайте, два хода, а там три хода читается. О, нормально. Значит, давайте Мбанзу открываем. И четыре хода фестиваль. Нормально. Как раз апнем Пингалу. Так, у нас там следующий век еще не скоро. Надеюсь, хоть сейчас в золотой как-то выйти. О, перекупили что? Антананариву. Ну ладно, чуть меньше культуры станет. А все равно нету некого туда отправить. Так, значит, тут курган Кахоки. Оно плюс жилье, а потом еще счастье будет давать. Так, это относится к столице. Все верно. Вырубаем два хода Мон-Сен-Мишель. Так, ну сейчас уже можно и на золото начать отправлять. И на науку, соответственно. Ну, видите, недостаток жилья. Но сейчас следующим ходом... Построится священное место, и два жилья появятся. Не буду переключать. Так, амбар, монумент. Ну, можно опять строителя здесь.
то пока там дойдут с других городов. Да неужели здесь Канада где-то? Странно. Приятно видеть такого же набожного, как и я, говорит Вавилон. Пошел вон, Вавилон. Вавилон пошел вон. Пошел вон, Вавилон. You can't go around arresting the Thieves Guild. I mean, we'd be at it all day. Бонус от соседства центра коммерции. Ну, сейчас мы науку с него не имеем, зато чеченицу можно построить. Ладно, но мы поставим... Ой, не поставим, а прокачаем пингалу нашу, нашего на гранты. Веру не трачу. Очень хочется покупать великих людей, конечно, но не трачу, коплю на пророков, чтобы реликвии получать после этого Сен-Мишеля. Так, грек еще троих знает, да, где-то в ту сторону. Как раз недостающих мне. Вот появилось жилье благодаря пантеону. Ну, рынок, наверное. Так, дальше. А что нам дальше важно? Ну, дальше гуманизм нам важен. Но нам великого художника надо для него получить, а для этого надо читать проекты. Соседство коммерции, промышленные зоны. Нет, пожалуй, то, что у нас тут стоит, важнее. Ну, хотя можно 15% к чудесам убрать. Я вроде пока другое никакое чудо не буду строить. Хотя Петру хочется строить. Наверное, уберем, давайте... этого давайте новые строители дополнительные два дополнительных заряда получают, вот так сделаем. Так, и сколько стоит купить следующего поселенца? 695. Ну что, Мон-Сен-Мишель наш. Начинаем закупать пророков. 10 ходов до конца средневековья. Он Сен-Мишель, конечно, красивый. Так, ну мы, по-моему, в любых городах можем теперь апостолов закупать. Если я ничего не путаю. Да. Ну, мы, правда, только в двух можем, там, где у нас храмы построены, то есть в Били и Кабасе. Может, кстати, укрепить и взять, чтобы дешевле покупать? Давайте я, наверное, одного апостола куплю. Блин, я мог до этого сделать, кстати, это. Я тупанул, что ждал, пока Мон-Сен-Мишель построю. Да. Так, ставим город. Кстати, а вот тут у нас... А, это у нас скорее... Ну, конечно, рядом с Рораймой красиво селиться, ничего не скажу. Ничего не скажу. Болонья. Так, акведук я, конечно, потом построю. Картография. Касса де контратасьон. Ну, наверное, стремя. Открою, хотя у меня пастбищ нету.
Так, здесь дипломатический квартал уже. Наверное, да, надо строить уже. И делегации после этого ко всем отправить. Так, железо и лошадей можно попродавать немножко. Что-то дешево совсем уже лошадей покупают. Ускорили наемники. Или, подожди, задание ускорить. Ну, блин, мне так не хочется юниты строить. Сейчас посмотрим завершение фестиваля, сколько нам очков добавит. Америка только сейчас ученичество открывает. Блин, Вавилон... Я, конечно, понимаю, что у него в два раза меньше очков должно быть, но даже с этим у него как-то мало. Блин, слабенько, конечно, добавляет пока. Но мне надо читать тут проекты. Потому что мне художник нужен. Я без проектов его хрен знает, когда вообще получу. Так, проповедовать верование, чтобы дешевле покупать. Вот, стоимость миссионеров и апостолов снижена. Вот это я хочу взять. Вот теперь можно будет покупать. Но оно реально нам очень по цене. Вот прошлый стоил 265, то есть это должен был увеличиваться цена. А теперь 200 стоит апостол. Ну и сразу мы здесь тоже купим. И начнем сейчас посылать. Можно, конечно, еще золотого века дождаться, но я не уверен, что я смогу в него выйти. В принципе, у меня есть мбанзу, я могу строить. Уникальный этот район. 4, да? Вот она, мбанза. И уникальный юнит. То есть это 8 очков у меня есть в любом случае. Но мне надо 15. Ну, в принципе, могу юнит, да, на железо. Юнит на этого... лошадь использовать. Ну, чё-то пока слабенько. Мне, конечно, реликвии нужно. Вот я смогу... Ну, и я иду в археологические музеи, конечно. Потому что... тут же вот эта способность. Дело в том, что реликвии, артефакты и скульптуры, они все художники скульптуры дают, к сожалению. Бонус от соседства для театральной площади. Брать или не брать? Ну, тут 6 культуры. Это 10%. Мне скорее вера больше нужна, чем... Так, дипломатический квартал. Плюс один посол за нахождение рядом с центром города. Уровень вражеских шпионов, работающих в этом и смежных районах, снижается на 2. Плюс один за каждую делегацию или посольство от другой цивилизации. То есть надо всех принимать, да? Что дает консульство? 2 очка к влиянию вход. 4 золота, 4 культуры. Ну, наверное, в данном случае мне нужнее караваны сейчас. Так, Антананариву я могу обратно перекупить? Могу. Плюс 6. Так, и мы Брюссель встретили. Плюс 6 культуры. Железо, апостол. Ну вот. Смотрите, у него уже есть мученик. Просто уже. С утроенной силой. Ну, наверное, да, надо брать вот это с утроенной силой. Я же еду в Америку. Плюс мученик всегда есть. Проходя мимо чуда.
Ну, там далековато. Все эти чудеса. Религиозной баталии нету смысла брать. Мне же надо, чтобы их убивали. Зачем мне брать плюс 20 к религиозной баталии? Я тогда реликвию не получу. Ну ладно, давайте возьмем это. Где у нас тут чудеса еще могут быть? Далеко, далеко. А, это 5 клеток, это все 2 чуда вот этих. Не, ну я туда не пойду. Они там слишком далеко. Так, теперь, наверное, стоит брать мокшу. Так, а куда? Надо в Банзунцунди, кстати, сажать. А Рейну, соответственно, наверное, в Сангу. Так, есть рынок. Амфитеатр, наверное. Так, тут рынок. Почему сажаю мокшу, чтобы... Правда, у меня тут не распространена религия, кстати. Когда распространять 10 ходов? Вообще надо купить пророка и туда распространить, и в Швецию потом отправить. Не пророка, а апостола. Следующий 240. А поселенец... Можно покупать поселенца. Так, что там у нас по великим людям? Дает 3 послов. Ну, вот этого мы пропустим, кстати. Я надеюсь, что там уже должны быть торговцы на процент к туризму. Не, ну он не поплывет, наверное. Или поплывет. Он может поплыть, блин. Латник, латник неприятненько. Распространять религию на 2 раза больше. Наверное, на 2 раза больше, потому что в Швеции вообще нету другой религии. А хотя... Вон иудаизм. Ну, я, наверное, к Лавенте пойду по дороге. Ой! Что я сделал? Верование укрепил, блин, нахрена? Ай. Наверное, синагогу возьму. Как-то у нас довольства дофига. А веры мало. Возьму синагогу. Блин. Так, ну теперь-то можно и в Золотой век попытаться. Таким образом. Так, вот этого, кстати, я, наверное, вот сюда хочу. У нас вообще на нашем континенте. Где у нас еще места остались? Ну вот тут еще пониже можно. Вообще, кстати, не исследовано внизу. Так, а это что за миссионеры? Слушайте, а вот тут плюс 5, да, кампус?
Плюс 4. Так, священочка. Ну, блин, не знаю, вот тут уже священку, наверное, не стоит делать. Блин. Так. Да, мы дальше пойдем. Ну, нам реально для победы культуры тут не особо что надо. Ну, можно стены открывать. Типа, все стены ждают тоже туризм. А с другой стороны... Нафига? Каменоломни. А если там еще каменоломню можно будет вырубить. Давайте, может, в индустриализацию какую пойдем. Что я вот это ничего ускорять не буду. Так, тут что-то вон иудеи бедокурят. Не знаю, стоит ли с ними разбираться. Ну, просто с миссионером драться как-то неприкольно, мы его будем побеждать. С другой стороны, ну, мы и о них, об них можем... Ну, самая лучшая тактика это потратить, вот у нас 3 заряда, да, то есть 2 заряда потратить на обращение городов, а на последнем заряде уже драться... С другими апостолами или вот этими миссионерами. Блин, я же хотел Банзунсунди обратить. Ой. Так, доступные пути, деньги, Банза Конга и Санга. Опять перекупили Антананариву. Так, можно продать янтарек. Так, ну давайте смотреть, нам не хватает 9 очков. 11, 11. 8 я знаю, где я могу взять. Еще... А, кстати, а нам уникальный наш юнит не требует? Блин, я уже латник. Блин, я уникальный юнит просрал. Я латников открыл. Мне надо железо продать. И у меня мы сможем наших этих строить. Точно. Да, но надо все равно посчитать. Ну или не продать, а начать строить. Ладно, нам все равно железо надо использовать. Ну слушайте, я вижу, где я 10 очков беру. Где я беру 10 очков? Где мне 11? Ну, встретить кого-нибудь. Так, ну давайте, наверное, Банзу вот сюда. Три хода, да? Блин, не могу сообразить, как мне строить. Мне же надо и юнит на железо построить, и на лошадь. Кабаса крупнейший год. Хотя вот мы где одно очко взяли, например. 15 жителей. Так, ну тут понятно, еще мокшу ждем. Здесь уже расти некуда пока.
О, Германию встретили. Так. Ну, можно, например, обойтись уже без какого-то одного юнита. О, немец первый по науке. Слушайте, я не зря его поставил. Охренеть. 32 технологии, 23. Ничего себе, Германия. Урбанизацию ускорили. Когда мы гуманизм ускорим? Может, мне художника выкупить? Просто мне надо строить тут. А, не проект. Ладно, хорошо. А если я в этих городах? Вот тут два хода. А у нас остается 5 ходов, да? Два хода. Так, железо давайте я продам. Так, вот теперь я смогу здесь строить наш уникальный юнит. 3 единицы железа требует. Ну, хорошо, оно будет. У меня там плюс 4 вход. 4 хода он строится. То есть мне не хватает здесь 3 хода. В столице 3 хода. Блин, ну мне его раньше надо строить. Получается. Значит, я в Мбвиле все-таки отложу. Ну, то есть я получу 4 железа и начну его строить. Иначе проблемки будут. Так, покупаем апостола. Покупаем апостола. Блин, может мне эту галеру расформировать? Я ж не буду ничего, не буду каравеллу делать, нифига. Я бы расформировал, чтобы деньги не тратил. Вот одно золото в ход. Мы ее купили у варварского клана. Использую, кстати, вот у этого, который в рапану и потом превратился. И норм. Так, что у нас Банзансунди не, никак не 7 ходов? Идти ли мне туда? Я бы, наверное, все-таки обратила своим апостолам. Так, а подождите, а где мой... Подождите, а где вот у меня апостол, который я по дороге отправлял? Я же отправлял в Лавенту, я сказал еще по дороге по... А, блин, я ему крепил религию случайно. Черт. Что-то вообще сразу забывается. 2 раза больше или 75% другой? Ну тут я бы, наверное, все-таки в 2 раза больше. Хотя вон там какая-то католицизм какой-то. Ну, я бы все-таки взял 2 раза больше по той простой причине, что тут раз обратим, потом 2, 3, и у меня 2 заряда тогда останется только. Все равно же я его планирую мучеником сделать. Так что на 2 раза больше сделаем. Так, здесь, значит, начинаем Нгаумбембу строить. Тут покупаем писателя Никола Макиавелли. И не знаю, я бы, наверное, на этом, собственно, завершил бы серию. Успеем ли мы в Золотой век? Как мы будем... Будет ли распространяться наш туризм? Будут ли у нас шедевры? Как будет распространяться наша религия и прочее уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала, кстати, могут ее уже поискать в плейлисте. Для всех остальных оно выйдет завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.